7 октября. Мы на пруду короб закончили. Теперь, видите, все везде мусор, вода отступила. Никита там собирает в сапогах, а я кирзовое рванье, тут у меня нет. О, старец идет. Слушай, далеко ли старче путь держишь? Какой же старче? Да на пруд иду, саман делать. Саман слив делать. Ничего себе загрузили тебя, это так. Солома. Моисей Мурин, разбойники напали, он их, говорит, двоих связал, через плечо перекинул и пошел. Вот так. Ну давай с Богом. С Богом. Это Сергей Пупков, брат наш. По краям это шифер готовим опускать. Сейчас будем здесь кое-что убирать. Заново трамбовать. Новую дамбочку делать, где второй прорыв был. Ну, а второй прорыв — это большая работа еще тут. Это все на одном пруду. На одном. Вот Сергей пошел. Вот теперь на другой пруд, на лагерный. Саманить там будут вокруг входа, устья, лаг. По-другому никак не могли. Скажут, так солома, она же истлеет через год, там будут дыры. Во всяком случае, саман в один год не сгорает. Вот раньше делали как? Не молотили, собирали, чуть-чуть хлеб обмолотят, чтобы листья не переломан стебель был, пшеницу. И вымачивали в ямах с жидкой глиной. А потом крыли крышу. И она же в глине-то не сгнивала. А какой срок давности? Написано, говорит, около 100 лет, и ничего ей не трогается. Ни пожар ее не берет, ни дождь. Ну, толстым слоем, конечно, пучками передают. Загибает их на прожилинах, на стропе, обрешеткой. Вот. А это вот что мы делали? Все пеньки дали всходы. Мгновенно. Никогда там не было у них ростков, но так как основное спилено, они сразу дают ростки. Вот так человек должен быть. Ну, что-то уничтожено, кончилась война. Ну, не все же время там в карауле теперь друг друга. И с Америкой не всегда лады были. Глядишь, опять встречаются вместе. Да, у них замыслы у масонов. Но мы-то должны понимать, нам-то христианам стоит ли это постоянно держать. Вот обида какая-то. Это не христианское чувство. Вот зимой мы договорились, чтобы Потеряевские здесь спилили все вот эти, а вот видите, в каком положении находится. Это полулежащие. Другие совсем упали деревья. Их надо все спилить, и как ее вывод? Ну, диаметр тут метр примерно 30. Метр 30. Как пилить ее? Тоже пока неизвестно. Выпилить угольниками. Вот оно, дерево показано какое. О, ну это все надо свалить, все деревья. А их таких деревьев около 25. Понятно, что предстоит большая работа. Вот она дерево, видите, какие огромные-огромные сухи. Вчера мы здесь увидели внизу, где даже вода. Вот это русло идет. Ниже нас оно метров на 6. Примерно так. Вот показать даже, что представляет собой это русло. Вот она лежит. Ветлина, вот она где-то, тень, где моя, и она боком лежит, вот. Я не нащупаю, наверное. Вот она протянулась вот тут, ну, метров 25 лежа, и растет, земли не касается, сучками уперлась только, вот так. А это там синий. Сено дьякон накрыл большой пленкой. Это его дом. Можно представить, какие площади надо накрывать. В городе расходов нет. Никаких этих. Он сидит в окошко, выглядывает. Да, молоко привезли, в очередь встал. А что ему там дают? Какая ему радость? Он ни коровы не видел, ни молока настоящего. Жизнь деревни — это та жизнь, которая напоминает очень много. Вот я сейчас отсюда через ветки
Покажу даже, может быть, храм. Не знаю, видно, нет, будет его. Здесь все свое, своими руками. Каждый гвоздик, колодец, вот дорогу делаем. Сколько в нее вложено. А в городе еще он сел автобус, он в окно не выглядывает. Он думает об одном, как доехать там до сына, до внучки, вернуться, больше ничего нет. Вот, пожалуйста, здесь у нас внутри Никита собирает. Сейчас начнем мы большую работу делать. Вот где старый прорыв воды был, шифер уберем, это временная была заслона. Дальше трамбовать и из глины делать дамбу. Вручную все. Техники никакой уже сейчас нету. Ну и, естественно, работаем мы. Поработали маленько на молитву, поработали на молитву. Это жизнь настоящая во Христе. Вот сколько наносили, которое просто убрать надо было. Это я издалека приблизил. И таких куч у нас десятки. Это выше роста человеческого намного эта куча. А это у Игоря, где хлебушек, пшеница. 504 квадратных метра. 504 заасфальтировал. А у нас дорога 1080 квадратных метров. Вот такие страшные расходы. Вот щебенку сейчас договорились овести. 200 сразу затребовали, 250 тысяч. Почему? А она более мелкая. Ну не бери, никто тебя не заставляет. И уже думаешь, что, где, как. У человека неверующего или городского жителя, у него все одинаково. Фильм смотрит, какие-то отзывы другой дает, что-то. А все это чужое. Здесь утром пришли, и если у нас будет прорыв, вот деревянный, да, деревянная, это временная. Ну, прорыв был, короб поставят, ставим. А вот опять разобрали, его можем снова принять какие-то меры. А если это будет бетонный, не устоявшийся, то все это просядет, и уже короб этот надо будет молотами разбивать или забросить дамбу. Так что у деревянной есть некоторые преимущества. Ну вот так, накладываю пачки побольше, Никита, и туда их, прям под эту, под старую-то тащи. Вот так, я говорю о деревенской жизни, кажется, с пиететом, но я просто житель здесь родился. Вот эта яма была, 20 лет назад бульдозер выкопал-то. Ну и вокруг все деревья облетели, а березка спаслась одна. Видите, какая красавица стоит. Одна в этой ямке. Позже всех облетает листва у ветлы. Вот она, ветла. И как кто ее подстриг, купы. Ну, в городе ничего ты этого не видишь. А если это ветла, и эта березка тобой посажена, а это вполне вероятно может быть. Там негде машину поставить. Вот я ехал, велосипед бросил здесь. Пошел дальше. Я могу вернуться через неделю, он тут и лежать будет. Вдалеке от дороги, тут не уведут его. Видишь? Ну, Никита при работе. Это не в компьютерные игры играть или наркотиками баловаться. Здесь всякая дурь из человека выходит. Сколько поклонов сделает? Да все с молитвой. Вообще. Даже не видит, что я его снимаю. И вот он пошел куда. Сейчас мы посмотрим. Вот ему сколько надо идти, шагать. В городе ничего этого нету. Вот он сейчас положит. Никита! Никита, здесь не надо увеличивать. Только на тот. Сюда не увеличивать не надо расстояние. Убери его. Под него подталкивай. Под тот, рядом, вплотную, вот так, дави его туда. Там мешает какая-то палка, убери ее. Я отсюда уже вижу. Ему все надо подсказывать, он не хозяин. И вот эту, которую положил, убери ее, перед этим лежит. Ни на метр не увеличивать это расстояние. Вода, если поднимется сюда, она все смоет и унесет. Слышь, как?